Кадровые перестановки. Распоряжением Аким Алматинской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя Аким Алматинской области. Болат Куренбеков родился в 1977 году. В 2000-м окончил Академию КНБ по специальности юриспруденция, в 2019-м – Жетсутский университет имени Ильяса Жансугурова по специальности государственное и местное управление, в 2021 году – Жетсутский университет имени Ильяса Жансугурова по специальности юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 2000 году оперуполномоченным группы по проверке государственных служащих управления департамента КНБ Республики по Павлодарской области. В разные годы занимал руководящие должности в департаментах КНБ Республики Казахстан по Павлодарской, Алматинской областях, городам Алматы, Астана. С октября 2021 работал первым заместителем начальника департамента КНБ Республики Казахстан по Костанайской области.